Скажи привет, привет, ребята. Привет, ребята. Ребята, мы сегодня с вами будем изучать цвета. У нас вот такой вот разноцветный тортик есть. Тортик это состоит из кусочков коробочек. Коробочки все эти мы будем открывать. Заодно учить цвета. Роберт, давай первую коробочку открывай. Какой цвет, скажи? Желтый. Желтый. А на английском как будет желтый? Yellow. Так, а что же это у нас такое? Выступай, выступай. Мы будем смотреть, что это. Это такие, похожи на колесики, да? Колесики. Да, а ты пока вот так вот откладывай вот сюда, подальше. Колесики. Колесики, да. И открывай следующую коробочку. Зеленый гриль. Зеленый гриль, правильно. Тоже какие-то колесики, да? Пока непонятно, что же это такое будет. Доставай все. Ты можешь потрушивать. Шарик, да. Все детальки достал. Ты можешь закрывать коробочки и откладывать. Какой этот цвет? Какой ты цвет взял? Какой цвет? Синий. Синий. А на английском синий какой? Blue. Давай доставай. Тоже какая-то деталька. Вот такие какой-то шар. Ну, давай раскроем небольшой секрет. Это у нас будет вот такая вот интересная. Папа показывает. Это будет аппликация. А Роберт тем временем открывает следующую коробочку. Роберт, какой это цвет? Скажи, папе. Какой цвет? Красный. Нет, это фиолетовый. А как на английском будет фиолетовый? Вайлет. Вайлет. Молодец. Вот эти коробочки. Пока вот эти. Вот так вот. Красный. Привет. Тоже вот такая вот коробочка черная. Black. Теперь давай, Роберт, клей. Ты пока коробочки оставь, мы пока наклеим то, что у нас есть, а то мы потом запутаемся, что же нам нужно клеить. Держи клей, будешь маме помогать клеить. Значит, смотри. Вот у нас такая вот аппликация, здесь на ней написано, какие цвета нам нужно клеить. Вот здесь написано фиолетовый. У нас вот больших два таких есть фиолетовых кусочка. Значит, нам нужно вот этот кусочек сюда приклеить, а вот этот кусочек приклеить сюда. Вот я. Держи, вот давай. Вот эту сторону Маша клеим. Нет. Как мама. Придерживай и Маша клеим. Теперь вот этот кусочек клей. Вот этот. Тогда мама будет клеить, а ты пока намазывай этот кусочек. Это киса. Да. Давай, намазывай кусочек вот этот клеем. Колесики приклеить зеленый, смотри, два зеленых колесика и один желтый колесик. Одно желтое колесико. Вот, бери. Можешь сразу клеем покрыть. Сразу три колесика. Вот, раз, два, три. Давай. А мама будет клеить. Зеленый цвет, да? Зеленый гриль. Just do it.
А, молодец. Другой клеймчик, второй. Ты можешь уже этот попробовать. Всё, и жёлтая. Молодец, всё. Давай, мама. Молодец, теперь будем колёсики. Колёсико. Одно колёсико. Второе колёсико. Это золото. Золото где-то. И золото. И жёлтое колёсико. Так. А у колёсика должны быть чёрные серединки. Вот эти вот. Черные серединочки. Вот, три штучки. Будем намазывать. Берем намазывать. Раз, два, три. Всего другое. Можешь сам вот сюда. Вот это. Вот сюда, да. Умничка. Диски. Диски, да. Вот. Молодец, все, клей. Вот сюда можешь. Так. И на желтый. Давай, наверное, другие откроем коробочки, потому что тут, я смотрю, нам понадобятся еще детальки. Давай, открывай еще коробочки. Открывай наши тортики. Кусочки тортика. Вот, какие еще кусочки остались. Какой это цвет, расскажи нам? Оранжевый. Оранжевый? А нам там как будет оранжевый? Оранжевый. Оранж. Две деталечки, да? А посмотри внимательно, на что похожа первая деталька, которую ты вот достала оранжевую? На что похожа? Что это? Труба! Труба! Вот на трубу сейчас и наклеим. Труба у тебя красиво получилась. А из трубы смотри, что выпускает труба. Wow. Что выпускает? Дым, да? Дым. А дым давай вычистить. Переворачивай. Вот так, да? Молодец. Ой, вот он. Все, получилось. Ой, тут. Роберт, все правильно, правильно. Все правильно, давай, мамки, чуть-чуть. Все правильно, Роберт. Все, да, все, как пускай. Как получилось. Так, давай следующую коробочку открывай. Еще тортик открывай. И говори, какого цвета. Следующий тортик. Какого цвета? Какой это цвет? Коричневый. А на диском коричневый как будет? Браун. Браун, правильно. Смотри, вот у нас вот есть на вагончике такая вот коричневый низ вагончика. Мы можем его сейчас наклеить. Давай коробочку убираем. Наклеивай. Рама. Все, клеим. Right.
Так. Давай следующий. А там где Тося? Давай следующий коробочку открывай. Пи-вай. Белый вай. Я еще клей. А что это ты такое открыл? Это окошко. А окошко должно быть, знаешь, где? Вот здесь. И клей. И белая коса и клей. Так, мама подправит. Так. Я тень. Последний кусочек у тебя остался. Последний кусочек. Какой это цвет? Pink. Розовый. А на английском? Pink. Pink. Так, что же тут у нас такие за кусочки? Так. Ну смотри, на что вот это похоже? Что это? Как ты думаешь, что это? Это крыша. Крыша, правильно. Давай клей крышу нашему паровозику. И опять где сам? Серединки, серединки на колесике. Давай клеим серединки. Вот две серединки. Диски. Это диски. Да, вот, машине. Смотри, смотри, вот сюда. Среди. Да. Я тази две. А смотри, что это розовенький такой прям ногулечек, этот квадратик. Что это? Это окошко куда? На вагончик? Да, окошко на вагончик. Давай, клей. Вагончик. Где вагончик? Нет, вагончик. Вагончик. Вот такой вот у нас красивый вагончик. Роберт, а оставь какие-то вот кругляшки, шарики. Что это? Это что такое? Расскажи нам. Что это? Это груз, который везет паровозик, да? Нам нужно груз клеить. Ну что, давай, клей. Подписано даже. Куда какой шарик нужно приклеить? Так. Розовый пин. Розовый пин. Дальше. Какой остался у тебя еще? Зеленый пин. Зеленый грин. Да, правильно. А вот белый есть. Нашел. Вот. Молодец. Я Какой красивый получился паровозик. Очень красивый. Покажите, ближе. Да, вот так вот. Классно. Молодец, Роберт. Роберт, Роберт. Скажи всем пока-пока. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Отвечаю, стоял. И ставьте класс. И дайте класс. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.